Здравствуйте. В нашей анимационной программе сегодня некое открытие для вас. Вы этого человека не знаете и, наверное, о нем не слышали. Но на самом деле это классик бельгийской анимации, и зовут его Рауль Серве. Он родился 1 мая 1928 года, окончил Королевскую академию изящных искусств в Генте, и с середины 60-х годов занимается исключительно анимационным кино. Он сделал много фильмов. Фильмы достаточно разные, в разных техниках. Вообще, Рауль Серве – человек, любящий экспериментировать. И он в настоящее время уже является классиком анимационного кино, признанным во всем мире. В течение многих лет он был президентом нашей Международной ассоциации анимационного кино. И вы в наших двух передачах о нем, надеюсь, узнаете много любопытного, а кроме того, расширите свой кругозор, в данном случае по поводу бельгийского кино. Рауль Серве говорит, что в профессии аниматора соединяются два проявления человеческого гения, казалось бы, полярно противоположные. С одной стороны, художественное творчество, то есть фантазия, лирика, спонтанность и импровизация, а с другой – рационализм технологий. Есть несколько мастеров анимационного кино, которых можно с полным правом назвать также крупными учеными. Что касается меня лично, это очень старая история. И это, я говорю, благодаря моему отцу, что я делаю кино анимации. И благодаря своему отцу я занялся анимацией. Un peu malgré lui. И даже несмотря, немножко, в некоторой степени, несмотря на него. Je devais avoir 4-5 ans, je pense. Мне должно быть было лет 5. Et mon papa me faisait chaque semaine, le dimanche, une séance de cinéma. И раз в неделю, по воскресеньям, мой папа устраивал для меня сеанс кино. Водил меня в кино. Possédait un petit projecteur. Нет, устраивал. У него был дома проектор. 9,5 миллиметра. 9,5 миллиметров. Et il faisait un programme de films avec quelques classiques, comme par exemple Charlie Chaplin. И он устраивал мне классические просмотры фильмов Чарли Чаплина, например. Harold Lloyd. Гарольд Ллойд. Et d'autres classiques. И другие классические. Et parmi ces films, и среди этих фильмов il avait aussi des dessins animés. Были также и анимационные фильмы. И продолжение рассказа Серве. Это было как раз то, что я любил больше всего. Видеть на экране ожившую картинку было для меня верхом счастья. Я залезал в шкаф отца, разворачивал его бобины с фильмами, эскизы к ним, и смотрел, как это было сделано. Я видел ожившие картинки на экране, это было просто чудо. Я не понимал, как это происходит, как недвижные картинки вдруг оживают. И я сказал себе, это именно то, чем я хочу заниматься, когда вырасту. И я занялся этим
но гораздо позже, чем думал. Вначале была война. И к тому же я не знал, как вообще к этому подступиться, к анимации. Я понимал, что нужно рисовать много рисунков, но как их снимать, я абсолютно не знал. И потом у меня не было камеры. Я занял камеру у своего друга, сделал целую серию рисунков, каждый раз с некоторыми изменениями, как я видел в фильмах моего отца. Прошелся по этим картинкам, нажимая на кнопку камеры 16 кадров в секунду. Но до этого времени я еще не знал великого секрета анимации кадр за кадром. И когда пленка была принесена в лабораторию, я был жутко разочарован, потому что настоящего движения не было. Была серия отдельных рисунков, за которой следовала камера. В то время не было специализированной школы, нужно было все открывать самому. Но мой первый примитивный фильм уже дал какой-то результат, потому что картинка в нем оживала. Я стал волшебником, пусть маленьким, каким мечтал все-таки стать. Эти документальные кадры показывают нам Бельгию тех времен, когда Рауль Серве был вот таким малышом. Это Остенде, родина Рауля. Он вырос на этих берегах. Но мы продолжаем его рассказ о себе. Это было гораздо-гораздо позже моих первых опытов. Но, к сожалению, мой первый несовершенный фильм получил первый приз за анимацию на национальном фестивале. Я не понимал и спросил у членов жюри, почему так получилось. Они ответили мне: мы понимали, что этот фильм создан на технических ошибках, но это единственный фильм, не копирующий Диснея. Этот фильм я никому не показываю. А вот этот фильм «Сирена» Рауль Серве сделал гораздо позднее. На международных фестивалях фильм завоевал множество призов и дипломов. Гран-при на международном фестивале в Тегеране, серебряный Гуго-приз на международном фестивале в Чикаго, что-то серебряное на фестивале в Мельбурне, премия за лучший анимационный фильм в Филадельфии и множество других наград. Посмотрите этот необычный фильм. Thank you.
Роль Серве продолжает. В один прекрасный день я получил письмо из Министерства образования. Они посмотрели два моих фильма, читали критику в прессе и в первый раз в жизни мне сделали заказ. Я не знал, на какую тему я должен снимать. Думал, что это должно быть что-то дидактическое. Но они сказали мне: «Мы полностью вам доверяем, вы свободны». Я летел как на крыльях. С этого момента я уже мог заплатить людям, которые со мной работали. Et j'ai travaillé pendant près de deux ans à ce film qui est intitulé Chromophobia. Я работал около двух лет над этим фильмом, и он называется Хромофобия. Alors je l'ai donc remis au département qui m'a commandé le film. Я передал это в департамент, который заказал мне этот фильм. Et ils étaient très satisfaits. И они были очень удовлетворены результатом. Несколько недель спустя они позвонили мне и сказали, что поздравляют, так как фильм получил гран-при в Венеции. Я не верил. Но это оказалось правдой. С этого дня началась моя настоящая карьера в кино.
Так вот, первый фильм этого талантливого самоучки, а ведь он действительно самоучка, Рауль Серве, тот фильм, который он никому не показывает, «История призрака», название этого фильма он не хотел нам говорить. Тот фильм он снял камерой, сделанной из коробки из-под сигар. А теперь на экране перед вами фильм под названием «Хромофобия». И этот фильм уже получил около 20 самых престижных наград на самых престижных фестивалях мира. А сейчас мы с вами находимся на выставке Рауля Серве в Брюсселе. Вот он сам на фотографиях. А вот сейчас вы увидите его первую камеру. Это вот та самая коробка из-под сигар. Рауль Серве – профессор, член Королевской академии наук, изящных искусств и литературы. В Генте он руководит факультетом анимационного кино, а также преподает в Государственной высшей школе архитектуры и визуальных искусств. Здесь, на выставке, вы можете видеть его эскизы, а также фотографии, на которых он вместе с гениями мировой анимации. Творческий путь Рауля Серве – это постоянное испытание собственных возможностей, желание превзойти самого себя в художественном и в техническом отношении. В каждый свой фильм он вносит новые средства графической выразительности. Он презирает повторение и всегда демонстрирует зрителям многогранность своего творчества. «Золотая рамка». Этот фильм Рауля Серве – настоящая рисованная анимация высокого класса. Listen, Ted, I don't care what it costs, but this film's got to be ready next week. Right, thatta boy. Use 6 more cameramen if you have to, but step on it. Yes, yes, yes. Now listen to me, sweetie. I'm going to be the first to make a picture in 270 millimeter. Got that? The first. Okay, good night. Вот что Рауль Серве писал о себе самом. Я всегда был своим оператором, знаю пределы и возможности камер, способен даже по едва уловимым отклонениям в шуме механизма обнаружить угрозу дефекта. Я убежден, что знание инструмента может породить даже творческую идею. Я был бы счастлив поставить фильм, сроки производства которого сократило бы применение компьютера. Однако уверен, что компьютерный фильм будет развиваться наряду с традиционной анимацией, однако никогда не заменит ее. Надо сказать, что слова Рауля Серве по поводу компьютера сбылись в недавнем прошлом. Он сделал фильм «Таксандрия», применяя компьютер. Это полнометражный фильм. В следующей передаче вы его, конечно, увидите. Рауль Серве – человек глубоко творческий и всегда меняет технику изображения и подход к материалу. Его интересует анимация действительно больше как искусство экспериментальное. Его интересуют возможности ее, что она может охватить, куда она может углубиться, в какие дебри человеческого сознания и вообще человеческой жизни. Что с ней можно сделать, на что она еще способна.
И фильмы, конечно, сделанные Раулем Серве, показывают, что возможности даже одного единственного мастера анимации весьма обширны. Конечно, у Рауля Серве, помимо его фильмов и его студентов, еще чрезвычайно много дел. Его дни расписаны по минутам. Он желанный гость на всех фестивалях мира, потому что его авторитетное мнение, его ум, его честность создали, конечно, ему чрезвычайно замечательную репутацию. Рауль Серве в течение нескольких лет был президентом Международной ассоциации анимационного кино и, наверное, оставался бы им и до сих пор. Но все-таки надо делать кино, это гораздо интереснее, чем руководить кем-нибудь. Кстати, как раз об этом и вот только что закончившийся фильм. Ну вот, надеюсь, что для вас сегодня был сюрприз с нашей стороны. Имейте в виду, что в следующий раз вас ожидает еще больший сюрприз. Потому что Рауль Серве в своих исканиях не остановился. И в следующей передаче вы увидите много-много замечательных открытий. Всего доброго. Thank you.